Ну, вот 22 человека будем убивать? Да. Да? Ладно. Тут нечего убивать. Когда Юля пусть этот по тьме потанчит, а Ваня пусть это свет. Ой. Думаю, так будет проще. Я понял, блять, поставил себе каски. Я до этого их поставил. Ладно, окей, я переставил. А, ну ладно. Окей. Кстати, когда с пугами проходил резку, они почему-то отводят командира. Слушай, Войт, ладно, сейчас перебью тебя. Есть смысл двух друидов и Холь и Триста ставить во тьму? Все тогда. Ну, просто вот я интересуюсь, я же нет, надо знать. Но нет, я до ШП. А можно я в свету останусь? Нет, ты пойдешь во тьму, да. Да, тебе там еще это. Тебе еще надо заменять Артемом. А то она явно Геру не прочувствовала, да, хоть здесь пусть помучается. Ну, да я просто во тьме хилить не люблю. Ну, будешь теперь. Представь себе, что никого нет из престов. Ладно. Будешь хилить, потом метат. Будешь вместо меня с Артемом робота хилить. Десятку какую-нибудь. Кару Гир. ДМХМ, например, можно сходить. Как вариант. Сефея все навсегда ухнулась. Гов собирать на ГМХМ. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Ну, не с этого. И ВК можно, да, кстати. Ты совсем азохиста, понимаю, да? А, ну да, тебя же не было с нами. И ВК еще. Тогда я варм-то пойду. Не хочу сидеть. Ссылка, кроме ссылка, и падает на где-нибудь шея? Танковский лансет нужен. На этого, ДДшная. Шея ДДшная? Да, что? Навара, Навара. Нужна шея где-то ДДшная. Отсюда Навара падает. Отсюда? С резки десятки падает. С мастеркой. Сказал, что у него света ухнули. Можно целка 10 герц ходить на плюс 5 боссов. Можно и больше. На фул можно. На фул. Ну, мне просто душу надо фармить. Мне там осталось буквально 12 единиц. Мы теперь одну резку обычку оставляем как этот консул, да? Там, да, по-моему, инспеку фигачит, а не по всем по это. Может, кто из хилов спекнется в ДД? У нас 6 хилов получилось. Я... Нет, а кто? Ну, кто хилы? Кто шестой? Пятая пачка — это хилы. А кто у нас шестой? Алла Орал. Алла Орал? Пусть спекается в сову. Он может сове, да. Ну, есть. Да, сову. Пусть сову прыгает лучше. Сейчас пока не бейте, пусть сову спекнется. Он уже в сове. Только без маны.
Не знаю, залей там все инерф, что ли. Все, это пуль. Кого там аура коня? Не аура коня, а аура воина света, запомни это. У нас идет тонко понимание, да, получается? Ладно, придется это. Близко стоишь, видимо. Либо не бегать у босса тоже. Мёртв танк. Нет. И второй мёртв танк. И чё это? Не прохил, получается. Не, ну а чё? Геру прошли нормально, давайте. Ну лучше тут по вайпасу, чем в гире. Не спи, не слезь у танка, поддержишь там третьего бича. Да. Скажите, как он будет такой. Сейчас я немножко это рано зашел. Хорош. Такое бывает. Ты сам понимаешь, да. Дайте кулак под рейдом, пожалуйста. Сейчас надо им пофиксить эту фигню, блин, что заходишь в сервер. Я загружаю же. Вроде кольцо дают. Вроде бы. Или шея. Он шея пишет. Что за квест? Там шея падает. Могильный критер ПП 277. Ой, как вкусно. Силовая критхаст на анхолика. Ебать. Нормально. Чего? Рыбку не поел. А гильня какая? Критхаст? Это с кого падает? Квест скилля. На с кого квест? Скилль таса. Понятно, ведь вылетел. Здорово, ты заберешь шелфер? Или мне забрать? Заберу, заберу. Берегитесь.
могло произойти? Все, убили, не убили. Экстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Экстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Берегитесь. Обратите их в пепел. Слуги, обратите их в пепел. Че? Так, нормально? Нами там во тьме свои бить. Серьезно? Ты будешь все тут чилить? Спасибо. Ладно, тогда как делаем? Тогда два друида и Гандальф идете во тьму. А Войд и... Смотри, там все четыре... Не, пусть ультра пристает с тобой. Почему? 2DC на небольшой пачке, это просто полный трэш. Конечно, все понимаю, но нормально. Дайте, пожалуйста, кулак под руидом.
Только такой могу. Когда Йор сидит в свету, Ведлаш во тьме. Метки ставить не буду. Ну, давай так, Крипт останется, наверное, хотя тоже не ходит. Давайте семильки-то остановят тут по тьму, кроме Йора. Первая, вторая тьма, третья, четвертая свет. Кроме Йора еще. Я тоже пойду во тьму. Они бежали. Бля, еба, после хэма такой чил. Ну да. Да, Вальте вообще чил. Сначала заходит Вилаша. Все, заходим. Ой-ой-ой. Лезвие 8 секунд, наверное, надо крутить будет. Ну, надо. А где она? А вот только сейчас. Да, цешники, диспельте эту хуйню с людей. Так я диспелю. Долго слишком как-то. Ну, потому что отбегал. Крути. Да, выходите, если что-то. Беги, малышка, беги! Вот. Ма, стоп, не тетропа. Алла Берни и Бензлира. Вы че, ебать? Поем. Под лицом, блядь, кто бегает? Ну, стресс, убегай туда далеко к этой, убегай. Ебать. Хильд, захильте его, подиспельте его, блядь. Прибежали. Нахуй. К челепи держись, в челепи держись. Не сдохнет. Да. Еще сильнее. Пропади в свет. Там оставайся. Тут добьем уже. Я возьму. Не, оставайся там. Вы мне что-то говорили? Потом сюда, туда, выходи. Захильте ульты при страх, мастер, захильтесь. Ну? Спокойствие отдайте, что ли. Эй, я смотри за игру. И дай сальву по Эй. Кого бы вречь? Добейте уже. Я гим даю. Быстрее добиваем. Не зыб куда? Гим сдал, хватит.
О, если никому шея не нужна, я его взял. Ну что, вот эти все скинут, эти все скинут, там. Мордаун-то. У тебя нет чешки? Нет чешки. Я не знаешь, как хожу уже, блин, я заебался, честное слово. Мне нужно, но вроде здесь никому больше не нужно. Всех островные. Сейчас тебя найду. Могу забрать на танк. Да, наконец-то. Там эти мультиспекеры свистулись. Ну, пусть берет раист. Че, куда-то пойдем еще? Сколько, десятку? ПВК можно сходить. 25-ку. Нет, обычку и не Геру, а обычку. Какую 25-ку, ты чего? ПВК-шку. О, ИК 25. Да, все, туплю уже. А, ИВК можно. Либо просто можно ИК. Ну, или просто десятку собрать, потому что...